из вас Богу жалуется когда-нибудь? Да, проблемы приходят. Да, проблемы наступают, атакуют. Да, бывает проблема. И молитва – это один из лучших методов, чтобы отключать ненужные голоса. Я буду немножко говорить из Писания, и потом у нас будет сбор пожертвований. Драгоценные, будьте любезны, давайте откроем Писание. Вместе со мной откройте Иакова. Иакова. Это молитвенная конференция у нас идет в прямом эфире. Вы знаете, нам звонят со всего мира, отовсюду нам звонки поступают. География настолько обширная, из разных мест, и люди получают благословение, и они присоединяются. Сегодня Всемирный день молитвы, и мы вместе со всеми верующими земного шара, мы говорим: «Господь, призываем, гряди». Аминь. Мы призываем Господа. Молитвы бывают разные. Молитва прославления. Подскажите мне, какие еще молитвы бывают? Благодарение, согласие, восхваление. Когда с дьяволом Иисус пошел молиться, и вместо Бога пришел дьявол, и ты с дьяволом сражаешься, запрещаешь дьяволу, это тоже вроде молитва, но не к Богу, но чтобы связать дьявола. Есть молитва за исцеление, есть молитва сетования, ропотная такая: «Господи, ну мне так плохо». Бывают такие молитвы или... Кто из вас Богу жалуется когда-нибудь? А кто из вас подушку иногда плачет? Господь, прости. Вы знаете, разные молитвы бывают. Есть просто молчаливая молитва, когда Бог говорит с тобой, а ты молчишь. Есть молитва, когда ты кричишь и говоришь: «Господь!» А иногда ты шепотом говоришь: «Господи, что делать-то?» Разные молитвы. Молитва – это... это твой поток, канал между тобой и Богом. Многие каналы засорились. Вы знаете, многие трубы засорились. Вот эти связи между тобой и небом, они давно уже не проходили, заржавели, покрылись ржавчиной. Когда не используется водопровод, вот у вас бывает такое, отключили воду на несколько дней, а потом включили, что идет вначале? Вообще не поймешь, что идет. Это вообще такое, не поймешь, что идет. Многие люди, когда перестают молиться, молятся так редко, и потом начинают молиться, и такая ржавчина идет. И представляете, Господь на небесах смотрит, ну что это за ржавчина? Да, это Серик начал молиться спустя 3 года. Серик помолился 20 минут, чувствует, ответа нету, не буду больше молиться. Еще 3 года ржавчиной покрывается. Потом опять попробовал. Молитва, нужно пробивать канал на небо. Пробиваешь канал на небо, тогда открываются возможности. Пробивайте канал, как вода ищет себе, пробивайте. Вначале может быть тонкий поток, но потом больше, 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 и потом идет прорыв. Когда в плотине специалисты смотрят, что маленькая струя, маленькая там идет, ой, ничего не значащее, они объявляют эвакуацию. Они сообщают: срочно все эвакуируйтесь. Да ладно, прекрати, там всего лишь что там, лужа маленькая, все. Специалист знает, это уже необратимый процесс. Если плотина, хоть капелька начинает выходить, там просто капелька, струйка идет, все, это не остановить, это уже все. Невозможно ничего сделать, нужно только спасаться. Так и дьявол, как только увидишь, что он поставил гигантскую плотину, чтобы ты не молился, заблокировал, стоит и смотрит, и вдруг какая-то капля начинает пробиваться, и ты начинаешь молиться, он понимает, нужно затыкать или бежать, и все бесы начинают текать, потому что там, где капелька проходит, там пройдет поток, разрушит всю плотину, которую строит враг душ человеческих. Аминь или нет, а? Аллилуйя! Молитва. Что мы делаем, когда мы страдаем? Хороший вопрос. Жалуемся. Мне вчера так понравилось, как пастор Тищенко сказал, говорит, когда у тебя где-то там собака укусила или рана какая-то, и болячка какая-нибудь, и ты хочешь, не хочешь, смотришь на эту рану, на эту болячку, и меня собаки не кусали, его-то кусают собаки. Он редко в корейские рестораны ходит. Ходи в корейские рестораны, не будут собаки кусать. И когда он на рваные штаны смотрит, на кровь, и все время так и хочется только на эту вещь, на проблему смотреть, это так очевидно. Любая проблема, вокруг нее хочется прямо чуть ли не храм построить, храм для болячки, чтобы все приходили к твоей болячке и потрогали.
Когда ребенок болит, у меня вава здесь, мама. И подуй, потрогай, потрогай ваву. И все ходят, дуют на вавочку, трогают вавочку. У меня вава. И такое ощущение, что весь мир должен чувствовать, что там проблема. Я страдаю. Мне так нравится, когда дети приходят и рассказывают о какой-то ситуации, которая была 2 часа назад. Он мне сказал, и я ему, а он меня. Я начинаю плакать. И снова все эмоции поднялись. И опять. Да, проблемы приходят. Да, проблемы наступают, атакуют. Да, бывает проблема. Вопрос. Когда наступает зло, что делать? Иаков говорит. Давайте откроем Иакова. 5 глава, здесь очень лаконично. Злостраждет ли кто из вас? Это не значит, что ты злой и страдаешь от злости. Нет, злостраждет, это значит переносить скорби, мучиться, испытывать боль, испытывать трудности, испытывать проблемы. Страдает ли кто у вас от атак зла, от нападений? То пусть молится! Не вокруг болячки строит храм, а обращается к Богу. Очень трудно сдвинуть фокус с проблемы, сдвинуть фокус к Богу, потому что проблема кричит. Сегодня утром в эфире я сказал, что такая мысль пришла. Я говорю, знаете, как много голосов вокруг нас. Голос боли, голос обиды, голос неуверенности, голос сомнения. Эти голоса кричат в нашей жизни. Голос бедности, голос неудачи. Они орут, они нам в уши кричат. Как трудно за всеми голосами услышать Божий голос. Выключить вот эти все голоса, которые вокруг тебя, чтобы услышать, а что же Бог говорит. И молитва – это один из лучших методов, чтобы отключать ненужные голоса. Обратись к Богу, призови Его имя в страдании, в скорби твоей. Когда страдаешь от зла, позови Бога, и Он услышит тебя. Иван рассказывал мне историю, когда он пришел. Василий, где у нас прославление? Ты... Вася, вот он, Вася, иди сюда. Иван, иди сюда. Расскажите мне эту историю. Это история, которая мне так нравится, я ее люблю. Ты был в Темиртау, да? Ты приехал в Темиртау или? Да. Ты приехал, дайте еще микрофон. Василий, забери у кого-нибудь микрофон. Эта история очень интересная. Иван приехал в Темиртау, да? Вася, тебе сколько лет было, когда это все произошло? 22, наверное, или 23. Ты был святой, праведник такой, весь правильный, или все было неправильно? Все было ужасно просто. Ну, в двух словах, насколько ужасно? Ну, я был наркоман уже 5 лет к тому времени. Окей, приезжает Иван Крюков. Смотрите, что может молитва. Рассказывай историю. Что за ситуация в двух словах? Я приехал служить, и после собрания пастор церкви, служителя Игорь, Андрей... Мы были втроем, да? Мы поехали. Он сказал, что есть ситуация, что одну сестру парализовал, отказал ее ноги. И когда мы приехал, твой отец с нами, да, на машине, и мы поехали ночью. А она верующая, да, была? Да, верующая. Верующая. Потому что Василий исчез из дома. Да. Я тоже был почти что верующий. Мы вместе пока. 5 лет наркоманом, почти что верующий. Это тоже такие, я называю это полуверки. Да. Вот знаете, такие полуверки, то есть он еще не мутант, но... Он исчез из дома, долгое время его не было. На 2 недели я исчез. Его уже почти похоронили, искали. Из дома, отовсюду исчез. Дальше ситуация. Искали его везде, только возможно, потому что единственный сын, уже и звонили и по моргам, и по больницам. Короче, произошел сильный шок у мамы, и ее парализовало, ее ноги отказало. И, конечно, когда ты заходишь в этот дом, я помню, как сейчас, когда я зашел в ваш дом сюда с пасторами, служителями, это атмосфера, когда лежит человек, прикованный к постели, когда Василий там перепуганный поднимал, потому что он был виновником того, что произошло. И мы молились вместе. Нас было трое, пастор, Андрей, Игорь, я. И мы молились. И знаете, что много... А она лежала, да? Она лежала, да. Она лежала, и... Какая реакция была? Ее реакция, она не могла говорить, насколько я помню. Она сюда, вот писала. Она. Сейчас она ходит, вы сейчас увидите. Она ходит! Не просто ходит, носится! Михаил, тоже придите, Михаил.
Давай, рассказывай ситуацию. Значит, ты приходишь, ты дома лежишь, ты их привез, да, на машине? Да. Ты привозишь их на машине, ты видишь, приезжают пасторы, вокруг тебя собираться, начинают молиться. Твои ощущения? Вообще, я не понимала вообще, о чем они, чего они от меня хотят, потому что я на тот момент, я просто была такая страшная боль, что я просто хотела только умереть. То есть ты хотела только умереть. У вас бывает такое состояние, когда ты хочешь только умереть? Хорошо, Иван, дальше. Зоя не могла говорить, еле как вы пытались что-то написать, да, там на листочке. И диагноз, насколько я помню, Михаил, вы сказали, что врачи отказались, они сказали, нет шансов. Больше не приезжай. То есть сказали, больше не приезжай, пусть дома, да? Через три дня. Они сказали, что через три дня она умрет, и его родственникам сказали, что вы готовьтесь, больше трех дней она не проживет. К нам больше не приезжайте. К нам больше не приезжайте, больше трех дней. Это реальная ситуация. То есть, когда врач говорит, они шутить не любят. Но я помню веру в глазах Михаила, эта надежда, когда он взял нас со служения, был вечер, и мы приехали, уже темно было, в этот дом. И когда ты заходишь в этот дом, и когда ты видишь человека, который парализованный, знаете, как будто что-то витает над этой комнатой. Нет выхода, нет надежды. Я помню, когда мы начали молиться, мы брали власть над всяким духом паралича, и мы начали связывать и провозглашать. Просто сила Божия сошла на вас, Зоя. Я помню, как в соседней комнате... Что ты чувствовал в этот момент? Они молятся, что ты чувствуешь? Ну, я чувствовала просто безысходность. Они говорили мне, говори, сестра, ты можешь говорить? А у меня язык вообще не двигался, и я не могла понять, как я могу говорить, если я говорить не могу. Они тебя заставляют, говори! Говори, сестра. Это как Иисус лежит этот, встань, вставай, ходи. Это жестоко, наверное, правда, да? Лежит парализованный человек, пришли три молодых. Ты вообще тебе сколько лет тогда было? Это какой год был? 96. Тебе сколько было? 16 лет назад, получается? 20 лет. 20 лет. 21 год. Приходит пацан, 20-летний, к взрослой женщине и говорит, вставай, говори, говори. Жестоко, да, немножко? И дальше что ты чувствуешь? Ну, я... Сколько они тебя вот так пытали, говори? Часа, наверное, два. Через сколько бы вы сдались бы уже? Вот вы помолились, ничего не получилось. Вы бы пошли домой, да? 2 часа! Мы молились, провозглашали и связывали. Ты уже, наверное, устал и сказал, все, надо исцеляться, да? Иван держал за ноги меня. Андрей стоял впереди, надо мной, и говорил, говори, сестра, во имя Иисуса, я сказал. И Андрей Чикин говорил, я верю, что Иисус тебя освободил. Молись! А они вокруг молились. Как происходит исцеление? А ты где был в этот момент? Молился. Я убежал в комнату. Я убежал в свою спальню и там плакал и каялся перед Богом. Я понял, что это из-за меня мне было очень... Можно было слышать, как Василий рыдает там на коленях, кается перед Богом, сокрушается. Момент исцеления, что происходит? Рассказывай. Просто мы молились, я помню, как я держал ноги ваши, и мы молились во имя Иисуса, пускай чувства вернутся в эти ноги, пускай жизнь возвращается в это тело. И можно было чувствовать, как просто атмосфера в этой комнате изменилась. Просто пришла вера, пришла просто сила Божья и помазание, и Дух Божий просто коснулся вас. И я помню, как на следующий день вы пришли на таких каблуках на служение. И свидетельствовали. Во имя Иисуса Христа. Но самое главное чудо. Чудо, то, что Бог коснулся также Василия. И с того времени он посвятил свою жизнь Богу, приехал в Алмату, посвятил себе год для Бога. Бог дал ему прекрасную жену, он служит здесь. Бог преобразил эту семью. Слава Иисусу. Пришло спасение, восстановление, исцеление. Он не мог говорить. Не говоришь, но расскажи в двух словах. Ну, у меня была когда-то операция, да, и мне врачи говорили, что я никогда не смог бы петь, потому что у меня был химический ожог дыхательных путей и связок, и пищевода. Теперь ты прекрасно поешь. Вы знаете, когда Бог приходит в дом, хромые, лежачие начинают ходить. Неговорящие говорят, наркоманы перестают наркоманить. Кто не пел, запоет. Петь. Кто пил, не пьет.
Кто пил? У каждого есть призвание. Кто пил, не пил. Бог приходит в дом и все меняет. Много может. Какая? Усиленная молитва. Я понимаю, что такое усиленная. 2 часа дергали за ноги, молились. Ты уже хотела, чтобы они ушли или нет? Вот когда они молились, и ты пусть молятся, пусть молятся. Ты пусть молится. Уже 2 часа тебя вот так дергали, ты пусть молится, да? Вы знаете, когда они молились, и я вдруг почувствовала, что какое-то тепло пошло по ногам. И когда они сказали в последний раз: «Говори, сестра», и я что-то почувствовала такое, что вроде бы как я могу сказать, и я так проговорила: «Хорошо, я согласилась». Понимаете, самое главное – это согласие, что вы дали Богу согласие. Остальное Бог сделает. Остальное Бог сделает. Аминь, драгоценные. Слава Богу. Аллилуйя. Садитесь, пожалуйста. Вот вам свидетельство Божьей силы, Божьих чудес. Может ли Бог сделать чудо? Когда кто-то говорит: я не верю, что Бог исцеляет, вот подойдите к ней, спросите ее. Я не верю, что исцеляет, спросите его. Спросите тех людей, которые получили освобождение от наркотиков. Спросите тех людей, которые получили исцеление, которым сказали, что петь не будешь из-за химического ожога. А он поет и поведет прославление. Не просто стоит где-то на... Он солист прославления, пишет свои песни. Спросите людей, которые получили ответ от Господа. Спросите тех людей, которые переживают реальную Божью силу. Много может. Какая? Молитва. Вот это и есть позиция. Много может молитва праведного. Драгоценные, к нам поступают звонки. Я прошу пасторы, пожалуйста, встаньте, возьмите эти карточки. Пасторы, возьмите карточки, вы можете все сидеть. Мы будем молиться за людей, которые к нам дозвонились в студию за эти 2-3 дня. Сегодня тоже уже много звонило. Давайте мы вместе возьмем эти карточки. Это звонки из разных мест, звонки от разных людей. И пасторы впереди встанут, вы в зале прострете свои руки, и мы будем молиться. Пасторы, посмотрите там, кто пишет, откуда пишет. Люди с разных мест пишут, с разных городов, стран. И они обращаются к Господу. Они обращаются к Господу, и они просят: Господь, яви Твою милость нам. Мы ждем Твоей силы. Мы ждем Твоей силы. Откуда, какие страны? Назовите мне, прочитайте нам, какие страны? Италия, Кыргызстан. Еще какие? Украина, Германия, США, Латвия, Приднестровье, Белоруссия. Россия, Армения. Люди звонят из разных стран. И они просят: Господь, яви Твою милость. Много может усиленная молитва праведного. Сегодня вместе в этом эфире мы соединяемся. Если вы еще не дозвонились, звоните нам. Мы будем за вас молиться сегодня. Весь день у нас молитвенная конференция. Мы верим, что молитва может поднять парализованных. Мы верим, что молитва может поднять людей, которых врачи сказали: 3 дня осталось. 3 дня, 16 лет назад это было, да? Прошло 16 лет. Бог берет эти 3 дня, превращает в длинную счастливую жизнь. Я знаю эту семью, они построили дом, они гостеприимные, служат Господу. Вы знаете, когда люди получают что-то реальное, настоящее от Бога, они понимают, что это неоценимо. И они активные служители церкви, Господа любят. Изо всех сил, когда кому много дано, тот сильно любит, кому много прощено. Драгоценные, давайте будем молиться. Пасторы, поднимите эти карточки перед Господом. Мы поднимаем перед Иисусом Христом все эти молитвенные просьбы. Мы просим Тебя, Господь, о милости. Мы просим Тебя, Господь, о силе Твоей. Прострите руки, молитесь. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа мы молимся. И мы говорим: сила Божья приходит на каждое обстоятельство. Во имя Иисуса Христа мы берем власть над всяким духом паралича. Всякий паралич, который просто приковал людей к постелям, коляскам, кроватям. Во имя Иисуса Христа мы берем власть над тобой. Во имя Иисуса. Мы изгоняем. И мы говорим: встань и ходи.
Во имя Иисуса мы говорим рукам, мы говорим ногам, мы говорим этим телам. Во имя Иисуса жизнь, во имя Иисуса. Исцеление и Божья слава. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Отец, во имя Иисуса Христа, мы говорим здоровье. Мы говорим здоровье и исцеление всем, кто ожидает чуда. Всем, кто ожидает чуда для себя. Мы говорим, пускай придет сила Твоя. Придет мощь Твоя от Духа Твоего в их ситуации, в каждую жизнь во имя Иисуса Христа. Во имя мы Иисуса. Благословляем во имя Иисуса. Мы молимся за людей, которые просто связаны артритом. Артрит, который просто связал их суставы, их руки. Во имя Иисуса Христа мы берем власть. И мы говорим исцеление, исцеление, исцеление в эти тела. Исцеление, сила Божья. Господь, мы молимся за всех тех, у кого болезнь крови. И именем Иисуса Христа мы говорим полное восстановление. Мы говорим полное восстановление во имя Иисуса Христа. Да придет полное исцеление в ваши тела, в вашей жизни. Господь Целитель, Господь Целитель, во имя Иисуса Христа. Кровь Христа очищает вашу кровь. Кровь Христа. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа мы молимся за тех, у кого опухоли. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа. Мы молимся, Господь, исцели опухоли. Во имя Иисуса Христа. Все опухоли. Мы берем власть над всякой онкологией. Берем власть во имя Иисуса Христа, Господь. Ты сказал, что всякая опухоль, она должна оставить. Боже, мы молимся за каждого телезрителя, за каждого брата и сестру. Во имя Иисуса, всякая опухоль, уйди во имя Иисуса. Мы берем власть над тобой во имя Иисуса, Боже. Да поднимутся, да будут славить Тебя, да будут жить, да будут преуспевать, да будут возвеличивать Тебя перед святыми, потому что Ты, Господь, дающий исцеление и благодать, Господь. Благословляем во имя Иисуса. Мы молимся и благословляем. Поднимите камеру, пожалуйста, вверх. Сейчас в эту камеру давайте прострем свои руки. И мы будем молиться, чтобы Господь сделал чудо. Во имя Иисуса мы молимся за наших зрителей. Мы говорим чудеса, исцеление, спасение, трансформация, благословение, милость Божья, помазание Божье, Дух Божий. Да придут во имя Иисуса Христа. Господь, Ты целитель, Ты освободитель, Ты даешь надежду, Ты даешь судьбу во имя Иисуса Христа. Все скажем, во имя Иисуса. Будь здоров. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. 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 Во имя Иисуса Христа. Когда мы молимся, Гавриил пришел к Корнилию, оккупанту, фашисту, который оккупировали. Он был начальником, капитаном или кем этого римско-итальянского легиона. Они захватили, евреи их ненавидели. А к нему приходит ангел Господень, потому что Корнилий почитал Бога. Он не был иудеем. И согласно иудейским убеждениям, он язычник, у него нет надежды. Ангел Божий приходит. Корнилий, Корнилий. Корнилий падает. Господи, почему ты пришел? Я Гавриил, вспомянутый перед Богом. Твои милостыни, твои жертвы. И вспомянутый перед Богом молитвы твои. И я пришел тебе с посланием. Некоторые жертвуют, не молятся. Некоторые молятся, не жертвуют. Два элемента соединить надо. Твои молитвы, твои милостыни, твоя щедрость, твои отношения с Богом. И тогда произойдет чудо. Дорогие друзья, дорогие телезрители, я приглашаю вас принять участие в грандиозном Божьем проекте. Что сегодня вы держите в руках? Пульт от телевизора?
На нем множество кнопок. Вы можете нажать любую кнопку и попасть в какой-либо мир, который увлечет вас. Но что вы увидите на этих каналах? Найдете ли вы там настоящий мир, настоящую дружбу и настоящую любовь? Найдете ли вы там Бога? Скорее всего, вы найдете там праздность, беспечность и пустоту. Многие люди через телевидение сегодня ищут истину. У них глубокий поиск. Давайте вместе с телеканалом CNL поможем найти им эту истину. Я приглашаю вас стать партнерами телеканала CNL. Телеканал CNL – это Божий проект. В партнерстве огромная сила. Давайте посмотрим на супругов. Когда они вместе, когда они стремятся к одной цели, они партнеры, они друзья, друг для друга являются опорой и поддержкой. И вместе они достигают больших результатов. Обратимся к Библии. Слово Божье говорит нам: один преследует тысячу, а двое прогоняют тьму. Дорогие, когда мы вместе, мы сможем прогнать тьму, сгустившуюся над жизнями людей. Став партнером телеканала CNL, вы получаете уникальную возможность влиять на сотни тысяч судеб людей. Партнеры CNL – это даятели, сеющие семя в Царство Божие. И мы благодарны, что вы у нас есть, дорогие друзья. И благодарны всем тем, кто принимает решение присоединиться и стать участником этого великого Божьего плана. Присоединяйтесь к нам, и вместе мы сделаем много. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алма-Аты, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем CNL. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке CNL помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас!